Всем привет, я Леша, «Сильные новости», рубрика «Короче», поехали. Спаситель-спаситель. Работник МЧС шел на сутки, услышал крики о помощи. Они доносились из внутреннего двора общежития по проспекту Октября. Он увидел девушку, которая отбивалась от насильника. Спасатель его быстро скрутил, приехала милиция. Известно, что насильнику 36 лет, и ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В Беларуси составили портрет типичного педофила. Для этого опросили около 500 человек. Как правило, это мужчина от 25 до 35 лет, хотя есть и женщины. У них среднее образование, многие из них воспитывались в полных семьях, многие даже многодетных. Многие из них нигде не работают и имеют проблемы с выпивкой. Посмотрите, как выходные провели жители Южного. Они катались на самокатах и велосипедах. Мероприятие назвали «Движ Экстрим». Пришли десятки семей. Кстати говоря, жители Южного уже давно мечтают о собственном скейт-парке. И даже написали обращение к местным властям, которое, я надеюсь, будет услышано. Ну а многое они уже построили сами.